Всем доброго здоровечка. Весной 2014 года я посадил вот это вот дерево. Прошу прощения, у нас в дворе ремонтные работы, поэтому шумы. Вот это дерево посадил я в 2014 году. Это шелковица. Оно было вот такого вот, такой вот высоты, сантиметров 10-15 максимум. Видео сейчас я попробую вставить 2014 года, как оно все это выглядело. Прошлой весной я пытался на привить это дерево. Мы здесь сделали прививку безрезультатно. И вот где-то, а вот и здесь ничего не прижилось. Но это спровоцировало рост такой вот кустообразной шелковицы. Сейчас хочу все это исправить. Во-первых, хочу убрать вот эту вот ветку, потому что вот здесь была прививка, шелковица дала мощный побег здесь и вот здесь. А вот здесь какой угол. Вот эту ветку я попробую отрезать. И вот эти вот две веточки под острым углом тоже сейчас уберу. После обрезки дерево выглядит вот таким вот образом. Кому-то может покажется, что это очень как бы такая сильная обрезка, но я считаю, что в принципе я сделал из дерева дерево. Вот эти все раны заживут, и будет у меня один центральный проводник, и от него уже будут идти ветки. Ну вот еще вызывает сомнение у меня вот эта ветка, очень острый угол, но пока что я ее оставлю. Не знаю, видно вам или нет, но уже началось сокодвижение. Вот сок выступил. Вот не очень хорошо обрезал секатором веточку. Хочу зачистить обычный канцелярский нож. Очень острый и очень удобно работать. Ну, естественно, все нужно замазать садовым варом.